Всем привет, с вами Андрей Чен. Ну что, Outlast, 4-й выпуск. Надеюсь, вы посмотрели все 3 предыдущих. Который был предыдущий, тоже кирпичей столько наложил, что мама не горюй. Хотя, с другой стороны, во всех 3 частях первого Outlast'а я построил кирпичный завод. И мы продолжаем строить кирпичный завод. Нам нужно найти отца Мартина в женском отделении. Фух, от жирного и страшного мы временно убежали. И моя задача, знаете, уже не убежать отсюда, а найти отца Мартина. Отец Мартин, ты где? И что ты забыл в женском отделении? Ты ведь видел Валлиридера? Ты начинаешь понимать, что еще не все. Даже Аврааму приходилось бросать взгляд на землю. Но скоро сюда все тайное станет явным. Кто-то говорит. А, это ты! Пройдите через верхние этажи, чтобы догнать отца Мартина. Блин, мы тебе что, в догонялки играем? Черт побери. Отец Мартин. Юперный театр. Че ты балуешься? Ой. Ой, а то дух, наверное, да? А мне прям туда нужно идти? Ну да. Ой, меня сейчас напугают. Там был дух. А он меня не убьет, он просто меня напугает. Вот он. Ну давай. А, то не дух. То просто чувак стоит. Ладно. Кто там? Твою налево. Вы издеваетесь. Что я должен делать? Я должен найти отца Мартина. Не, без фонарика вообще стрёмно. Я должен свет включить? Игра сохранена. Ха-ха! Знаю эти моменты, ваша игра сохранена. Блин, закрыто. Батареек нету. Ладно. Ага, я понял. А, и сюда можно зайти? А чё ничего не видно? А, батарейки разрядились. И что здесь? Может, я здесь буду прятаться просто? Такая а-ля комнатка. Для того, чтобы спрятаться. Ладно. А эта дверь была открыта, да, навсегда? Я что-то как-то не... Куда мне нужно бежать? Тут закрыто. Туалет. Можно было и потише дверь закрыть. Почему я каждый раз что-то ищу в туалете? И на самом деле здесь ничего не нахожу. Какое-то бессмысленное у нас получается занятие. Ой, боже мой. Так, а мне нужно на верхние этажи, правильно? О, мне показалась батарейка. Мне нужно на верхние этажи. Вот, наверх. Ага, надо прыгать. Так, я готов. Опа. Молодец. Молодец, боец. Ну, должно открываться. Игра сохранена, мне это уже нравится. Так, лифт, наверное, не вызывается. Не вызывается. У нас пойдешь направо. А, у нас только вариант один, куда пойти, я понял. Как знали прям, чтоб я... Что было написано? Эта дверь открывается ключом.
Мартин, это ты? Да, Мартин, это ты. Можешь перейти на верхний этаж. Мартин. Ёперный театр, ты замахал. Куда ты меня постоянно ведешь? Я вообще тебе в друзья, Мартин, не записывался. Ты мне уже не очень-то и нравился, если быть так откровенным. Так. Хоп, оп. Хоп, лей. Ла-ла-лей. Блин, чувак. Я батарейку возьму. Ты это, не отвлекайся. Ой, не зря эти штуки здесь две. Ой, не зря. Надо перезагрузиться. У нас проблема по батарейкам. А где я был? Я что-то затупил. Фу, бля, вы издеваетесь. Куда мне нужно идти? Я уже... Там свечки... И тут свечки. Ну, я вроде бы правильно иду. А! А у меня не съест? Ладно, хай там постоит. Я манал туда заходить. Мне... Давайте, наверное... Ты не будешь прыгать на меня? Не будешь. Давайте, наверное, все же сюда сходим. Что-то мне кажется, здесь тоже хороший вариант. Ой, еще и по две батарейки прям. Это вообще шикарно. Ой! А, я передумал! Вы что, издеваетесь? Что за хрень? Надо присесть. Надо отходить медленно. Пожалуйста, дыши спокойнее, и так стрёмно. А что я должен сделать с ним? Видно его, не видно? Видно. Вот он. Почему я его не могу убить? Почему? Убежал. Ага. Он туда. А мы сюда. Закрывай. Бля, за собой. Все. И вот сюда. Вот оттуда он вышел. Давай. Может, там все-таки что-то важное было. И тут закрой за собой. Мартин! Ты где? Какая-то дырка. А, мы можем задвинуть. Давай задвинем. Согласен. Это хороший метод. Вот, теперь он типа сюда не зайдет. Супер. А зачем я это сделал? Какова моя цель? Я должен провести какой-то спиритический сеанс? Батарейка. А, предохранитель желоба прачечной. Ёперный театр. А что вы теперь хотите, чтобы я сделал? Чтобы я отсюда ушел? У вас тут какая-то вот... Это... Нельзя залезть туда, не? Я не понимаю, зачем я задвинул. Типа, чтобы он... Если я... А, это может быть сделано, если вдруг он за мной бежит. То я могу типа за собой закрыть. Правильно? Наверное, да. Типа я так бат, дверь закрыл.
Давай тут сидеть будем. Ух, ушел. Хай уйдет туда. Окей. Дальше. А дальше мы должны зайти сюда. Ладно, чувак. Ты это... Не отвлекайся. А что там у тебя? А, ты проносишь жертвоприношение. Ничего страшного, это... я ничего не видел. Я ничего не видел. А что я должен увидеть, я сейчас постараюсь найти. Правильно, правильно. А ты не отвлекайся. А вообще, нахрена я сюда зашел? Вот я вот смотрю. Ага, там какая-то деталька лежит на столе. А, вот и батарейка лежит. Я так батареечки пособираю, не отвлекайся. Я вот тут так аккуратненько подойду. Вот так вот, оп. Бля! Закрывай, да не с той стороны, бля! Ты замахал! А, вот. Два жёлоба прачечные, что? Куда вставлять эти, бляха-муха? Где эта прачечная? Мать его за ногу. Я вернулся на исходную позицию. Где прачечная? Ну я ж не должен обратно спускаться. Пройдите через верхние этажи, чтобы догнать отца Мартина. Да нет, ну я ж сюда поднялся, правильно? У меня теперь есть два предохранителя. Куда я их должен ставить? Тут мы встретили отца Мартина. Что-то я где-то пропустил. Предохранители желоба прачечный. Две штуки. У меня они есть. Где у нас прачечная была? Может быть, мне нужно реально спуститься? А, вот, блин, ну ты чент. А, еще один нужен. Серьезно? А где я один упустил? Черт побери, а где мне еще один найти? Где я не досмотрел? То есть я был в одной комнате и во второй комнате. Ну все, вот здесь я выхожу на ту точку. Ой. Может, там какая-то лестница была? Давай вот так вот сядем. И он нас не заметит. Ладно, не двигайся. И дыши потише. Все, вот он убежал. Может, где-то здесь я что-то не доглядел? Нет. Может, здесь? Нет. Ну, зараза, а что ж я пропустил? Ну, здесь один я забрал. Второго реально здесь нету. Я почему-то туплю. А где второй? Thank you.
Я почему-то туплю. А ты спрятался. Сюда я не могу попасть. Тут тоже ни хрена. Что за хрень? Может, тут еще лежит где-то один? Нет. Где-то я не досмотрел один предохранитель. Вопрос, где? Ну я ж не должен нахрен отсюда спуститься вообще в никуда. Ну типа один мы нашли здесь. Ой, дядя не... Я прошу прощения, но я бы с вами поговорил, но не сейчас. Давай спрячемся в этот. А он что, слепой, да? А, понятно, типа он плохо видит, но бегает быстро на самом деле. Ушел. Черт, правда, у меня сейчас, конечно, дилемма. Я не могу понять, где мне деть, где мне взять, точнее. Может вернуться. Ну, блин, ну это, конечно, нелогично, что я должен где-то в другом месте. Найти еще один предохранитель. Ну правильно. Я ж типа сюда поднялся. Поднялся. Выше подняться могу. Выше подняться не могу. Эта дверь открывается ключом. Лифт вызвать не могу. Спустился я. Да нет. То есть логично, я что-то не доглядел. Вот правда, это тот случай, когда я что-то прям это не соображаю. Что такое? А, мать моя женщина, а, вот какое-то новое место. Я понял, где я не доглядел. Где выход? Где, бля, камера? Камера! А, дяденька! Бля, не вижу ни хрена. А, бля! Чёрт, бля, это соседняя ж была точка. Это опять сначала. Да ёперный театр, серьезно. У меня ни одного предохранителя. Блин. Вот здесь он где-то был, оказывается, да? Черт побери, практически все правильно сделал. О, чем-то. Вот и первый предохранитель. Ладно. Мы уже пацаны на опыте. А! Он сейчас зайдет? А нас тут нет. Мы убежали, мы в окно ушли. Да ты что, издеваешься, пожалуйста. Тихо, не дыши громко, не дыши. Нету тут никого, правильно, тут никого нету. Тебе показалось. Давай, уходи отсюда. Фух, ушел. Так, один предохранитель взяли. Осталось два.
Там, где два, мы знаем. Батарейка. Ну, уходить ушел. Отлично. Возьмем батарейку. Блин, на самом деле все было так близко уже. Где он? Да ты издеваешься! Да беги! Да беги! Давай! Куда там? Блин, вспомни, вспомни, беги! Не обращай внимания, сюда! Давай, 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 давай! И дверь закрой за собой. Закрывай! Мать его, задвигай! Второй раз не пригодится. Все! Ломай, ломай! Головой! Головой бей! Фух, так, вторая. Он же что-то сломает? Не, все, он ушел. Фух. Так, блин. Взял, только поломал все. А я могу как-то посмотреть? Типа он под дверью, не под дверью. Ну ладно. Так, осталась еще одна. И потом еще желательно выжить. Так. А вон он стоит, я его вижу. Опа, побежал, он побежал, услышал, услышал. Давай, иди в комнату туда, иди. Да-да-да. Так, и последнее. Я понял, сейчас возьму, ты побежишь за мной. Оп! Иди в сраку. Давай, 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 давай. Давай. Куда? Сюда. Туда-сюда. Вставляй все. Раз, два, три. Ключ. Открыть. Быстрее. Где ключ? В смысле, а где ключ? А я что-то ни хрена не понял. А куда он упал? Мне типа нужно спуститься на этаж ниже? Реально? Типа прыгать? Ну логично, если он упал вниз, то мне нужно на этаж ниже. А куда именно он упал? А здесь больше никого нет? Так, туалеты мы здесь были уже. Бляха, что за подстава? То есть он был сверху, упал вниз. Логично. А, прачечная, вот. О! Ага! Есть, возвращаемся обратно. А! А, кто-то бежит за мной. А, бля. Фух, никто не бежит уже, все? Ух. Не, ну вы издеваетесь, очень напряжная игрушка, очень напряжная. Фух, блин, какая она еще длинная, зараза. Так, игра сохранена, фу, слава богу, уже не будем хоть повторяться. Отец Мартин! У вас тут надо ремонт сделать, отец Мартин. Так, включить shift. Оп! Давай, давай, давай! Идите по кровавому следу. А где кровавый след? А, вижу. А тут что, есть батарейки? О, батарейки мне нужны. Вот одна, вторая. Я даже перезагружусь, чтобы потом в нужный момент было все хорошо. Так. Отец Мартин. Так, идти по кровавому следу. Отец Мартин.
Ой. Так, мне нужно сюда прыгнуть. Не «а», а «залазь». Так, игра сохранилась. Так, под кроватью можно спрятаться. Вопрос только от кого. Я не боюсь. Я не боюсь. Ой, какая шикарная моя любимая музыка. Боже мой, идите по кровавому следу. Где кровавый след? Чтобы по нему идти, должен быть кровавый след. Я куда-то упал. Внимание, вопрос. Куда? Батарейка. Так что-то я упускаю. А, все, понял. Я же думаю, где-то думаю, что-то я упускаю. А, бля. Ну, давай. Так, мы вылезли, хорошо. Ага, вон двери, вижу. Вижу свет в конце туннеля. Так. Обойдем это все дело. Никого? Да чё ж так быстро батарейки разряжаются? А куда мне идти? Я иду по кровавому, я вообще куда-то бегу. Вот стрелка. А, пацаны, я передумал, пацаны, я передумал, я не хочу с вами разговаривать. А что я здесь забыл? Я должен присесть? А зачем я здесь? Это те два брата-акробата. А какое мое задание? Идите по кровавому следу. А я как-то пропустил кровавый след, если честно. А может, я должен в ту дырку залезть? Как вам идея? Была, не была? Лезем, не лезем? Блин, ну они здесь ходят. А, я туда не могу зайти. Ладно. Ой. А куда мне нужно? Типа в ту комнату, с которой они вышли? Ну, логично, что да. Правильно? О! В смысле? Не, я хочу выйти. Мне так не нравится. Там не игра сохранилась. Не, не сохраните выйти. Я хочу... В смысле? Не... А, подождите. А как? А как? Я случайно упала. А, все, нормально, можно вылезти. Давай, вылазь, черт побери. Давай. Оп. Попытка номер два. Оп. Все. Тут разговаривает, а? У вас на самом деле женское отделение в аварийном состоянии, я вам скажу так. Фух. Так. Ага, мне нужно туда прыгать, да? Так, шиф зажали, побежали. Стоим! Давай, 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 давай! Камера, камера, камера! Ладно. Ой.
И что мы теперь будем без камеры делать? Чтобы ориентироваться в темноте, необходима камера. Ага. То есть ты намекаешь, что я должен спуститься. Черт побери, ну. Ну ты криворукий, блин, ну. Ну что ж ты будешь делать, а? Ну ладно. А там кто-то ходил, видели? То есть вы хотите, чтобы я начал ходить это вот, блин, без камеры, да? Ой, сейчас кирпичей наложу. Ой, наложу кирпичей я. Кирпичный завод. Ух. Чувак, пожалуйста. Дыши спокойно. Ты помнишь, куда ты ее уронил? Я ни хрена не вижу. То есть ты хочешь мне сказать, что она в туалете лежит? А. Еще ниже. Присесть еще ниже. Блин, вот мы с тобой столько времени вообще поднимались вверх. И нахрена? Чтобы ты сейчас это все время спускался вниз? Ну ладно. А я не испугался. Немножечко вздюхнул, но не испугался. Шептуница, конечно, наложил, не спорю. Но... А куда ты делся? Ну, логично, наверное, кто-то сюда, да? Скотина, ну ты посмотри, ну что ж ты будешь делать? Падла кучерявая. Пацаны, что вы делаете? Можно с вами? Где моя камера? Фу, блин. Чтобы закрыть двери. Боже, какая прекрасная, ужасная игра. Фу, о, чуть-чуть осветило. Ничего не вижу. Можешь, пожалуйста, мне одну вспышку? А, впереди-то камера мигает. Беги на нее. А как ее взять? Ну, бери. А как ее взять? Ну, я клацаю. Что не так? Давай, бери ее. Ну, а в чем проблема? Чувак, вот она лежит. Как тебе ее взять? Дыши спокойно. Вот камера. Я что-то туплю, если честно. Передо мной лежит камера. Вот. Шутите, чтоб я с наскока ее взял или что? Хоп-хоп, ну. Клац-клац, я клацаю. Где надпись, чтобы ее взять можно? Странная хрень. Я должен был обойти. Как я тебе это должен был... Понять, черт побери. А, что? Что? Опять кто-то за мной бежит. Ой-ой-ой, я правильно бегу? Я куда-то бегу. Главное, что я куда-то бегу. Сюда можно? Сюда нельзя. Ладно. Побежали. Сюда можно? Нельзя. Побежали сюда. Они за мной бегут? А, я должен отсюда выйти. Бля, я потерялась. А, я, ой, я случайно нашел пробелом.
Чтобы вы понимали, я вообще в душе не... Я просто с перепугу пробел нажал. Это мастерство. Его не пропьешь. А у меня камера разбита. Бля, нормальная камера была. Качественная. Блин. Черт побери. И смех, и грех. Просто я тупо с перепуга запрыгнул. Так, а куда дальше? Я уже все позабывал. Я должен куда-то ж подняться наверх, правильно? Фу, блин, аж стрёмно. А, вот сюда. А как туда попасть мне? Ага, вот. Дальше. Вот, отсюда вот я пришел. А как мне туда залезть? Оп. Все, теперь я с камерой. Найдите отца Мартина в административном блоке. Мартин, ты замахал, черт побери. То ты в мужском, бля, блоке, то ты в женском, теперь ты в административном. Сколько можно? Я уже замахал кирпичные заводы строить. Ты мне решил экскурсию провести? Что там мигает? Ничего, галюны. Ой, ладно. Мартин, а мы в каком сейчас блоке? Мы, надеюсь, в административном уже? Или мне снова придется на улицу выходить? Ой, сохранена игра. О-о-о. Мартин! Мартин! Мартин, а если я к тебе прыгну? Давай я к тебе прыгну, Мартин. А получится, не получится? Мартин! Мартин, что там? Мартин! Я что, игру сломал? Мартин! Что там? Там бабайка? Мартин, кто там? Мартин, там никого, успокойся. Ладно. Пацаны, выход... Лишь один выход, лишь... Мартин! Идем, мне как-то без тебя сыкотно. Ну ладно. Что происходит? Так, главное не всраться. Главное не всраться. За мной никого. О, бля. Опять ты жирный. Это я, наверное, с ним сейчас буду бороться, да? Давай закроем. Так, это административное здание. Это ж, по-моему, то здание, с которого мы начинали, правильно? Я ж не ошибаюсь. Не гакай! А что я здесь забыл? Где выход? Может, вентиляция какая-то? Не? Ага, вот. Давай. Полезли. Ой, то кто такой? Какой красивый мальчик. Мужчинка какой у нас тут. Надеюсь, ты на меня не прыгнешь. Ты моя симпатяшка.
Выходи на улицу. Извини, я случайно. Ага, а это то, где мы начинали. Сохраниться. Отлично. Так, а какое у меня задание? Найдите отца Мартина. Так я нашел отца Мартина. Добрый вечер, он стоял там с фонариком. А, это то место, где я заходи... Нет. А я здесь не был. Похожее место, но это не оно. Чувак, что ты так дышишь сразу-то, а? Сложно. Успокойся. Мне кажется, я еще с жирным поборюсь, правда. Вот прям вот, вот чувствую. Ну, типа, там мне не пройти. А здесь? А здесь пройти. О боже, я думал... Я должен сказать тебе ключи к дому бога в театре. За светом, в театре за светом. Посмотри фильм, там она стала карточку, ясно? Да будьте ключ в зале отдыха. А где находится у нас комната отдыха? Черт побери! И как... Добудьте ключ. Ну, давайте будем изучать все по этажам. Так, комната отдыха. Лобби. Ага, вот лобби. Отдых, да, типа, нижний этаж. Окей. Ну, пошли. А, откроется? Ага, откроется. Ну ладно, лобби это, наверное, не комната отдыха, это просто... А, это приемная, типа. Все. My English is perfecto. Блин, стопудов этот жирный появится. Вот пока я его не грохну... О, вот это вот лобби, похоже. Ага. Типа комната отдыха, игра сохранена. И не зря я так чувствую, она сохранена у меня. А я могу этот ящик запрятаться, если вдруг что, если мне будет страшно? Не могу. А вот в этот могу. И что? Ага, сюда? Нет? Я куда-то должен залезть, правильно? Нет? Ну, как будто, знаете, вот тут такой парапет, по которому я должен пройти сверху вниз. А, вот лестница. Угу. Не доглядел. Вот, а я сразу парапетик этот заметил. Оп. А вот теперь прошли. Ух. Стрёмненько. Давай присядь. Так, а мы еще раз что ищем? Ищем ключ. Ой. Я лучше присяду. Никого нету. Нету никого. Ну тебя нахрен. Так, не зря здесь эти шкафчики стоят. Прямо вот чувствую. А сюда тоже могу спрятаться? Нет, сюда не могу. Так, здесь что? Электроэнергия. Я тут ничего не должен крутить. Ничего. Ага. А, кинотеатр. Какие все красивые. А того с пианино уже нету. Пацаны, а где тот, который на пианино играл?
Игра сохранена. Ой, блин, она меня прыгнет 100% где-то. Интервью записано 27 декабря 1985 года в Нью-Мексико. Допуск сэра Аль, объект Рудольф. Что-то у вас качество так себе. С пленкой ничего не делали, никакого обмана. Нет. В июне 43-го вы зарегистрировали 3 случая самопроизвольного кровоизлияния. Короче, не нравится мне это. Пускай оно идет, а я включу себе... Блин, что-то прыгнет на меня из них. Не, никто. Все уже допрыгались. Давайте закроем. Что-то мне так спокойнее. Так, кто-то звонил. Если что, типа, я могу спрятаться в шкаф зачем-то. Давайте я включу. Оп, а там никого. Здесь тоже могу спрятаться в шкаф. Какого черта? А я не буду. Близость смерти. Близость смерти. Я не хочу умирать, я еще молод. Я так понимаю, мне нужно второй этаж, да? Ага. О, документы. Давайте прочитаем, что ли. Последние у нас. Так, руки не мешало бы мы чаще. Некритический фастид. Серьезно, нафиг я ухожу. Какое интересное сообщение. Ну ладно. То есть мне еще нужно будет по факту убить толстого и убить братьев тех, которые вдвоем бегают. Ну, в теории. О, господи, это у меня батарейки разряжаются. То есть мне еще нужно будет побороться с ними по факту с двумя. А что ж это такое, а? О, батарейка. А они у нас на самом деле реально заканчиваются по чуть-чуть. Я посижу немножечко, я немножечко покакаю. Фух, так. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Фух, открыли снова дверь, посмотрели. А, я уже не могу зайти? А, вот ключ. А, он вышел, короче. Он вышел через другую сторону. Ой! Куда он побежал? Кучерявый? Ты куда убежал? А как ты это? Ты как-то реально ходил тоже по этой ступеньке? Я что-то ни хрена не понял. Будем экономить батарейку. Как говорится, батарейки нынче на вес золота. Ой, у вас сейчас там что начнется? 3, 2, 1. А я должен прыгнуть? Так, где-то здесь мигал ключ, я видел. Вот он. А уже и дверь открыта. Вы издеваетесь? Так, ключ доступа на третий этаж. Отправляйтесь в часовую. Ну давайте. Так, я должен спуститься, правильно? Отправляйтесь на третий этаж в часовую. А тут закрыто. А откуда я пришел? А, оттуда.
Кто-то где-то идет и ломает двери. Еще раз, мне что нужно? Ключ для... ключ доступа на третий этаж. Что, мать его, побежали? Ага, вот, сюда, да? Оно. Открывай. Игра сохранена. Да вы издеваетесь, что ли? А дальше что я должен сделать? Отправляйтесь в часовую. Часовню. Да, в часовню. Часовая, часовня. Мне уже, знаете, от этих ужастиков, хорроров уже в глазах. О, может, я в лифт могу зайти? Чтобы воспользоваться этим лифтом, нужен ключ. Да вам, блин, черт побери, всегда нужен ключ. Какая шикарная музыка. Какая-то из дверей открывается, прав? О, кухня. Кухня. Никого здесь нету. Кто-то стоит. Вы не обращайте на меня внимания, я так чисто посмотрю. Понаблюдаю. Ладно, подойду. Ага, ладно, не отвлекаю. Может быть, там что-то интересненькое, я согласен. Батарейки бы мне. О, батареечка. Знаете, есть такая песня. Ой-яй-яй-о. Села батарейка. А, все, вижу. Вижу. В смысле? Вот. Залазь. Так, ага. Так. Дальше. А нахрена я сюда? А. И что? И что? Что-то я нихрена не понял. А нахрена я сюда спустился? Боже, пожалуйста, что за музыка? Что-то я не понимаю. Ну, я, наверное, должен был сюда правильно пройти. Нахрена я спустился? Ладно, мне кажется, это какая-то просто замануха, и тут ничего интересного нету. А, так а выхода другого тоже нету. Замануха, не замануха, я больше никуда пойти не могу. Это ж та же самая дверь соседняя, только заперта. И тут тоже заперто, мне нужен ключ. Так, стопе. Тут тоже закрыто. Но я реально должен был залезть туда наверх. Это, ну, логично. А дальше что я должен сделать? Ну, вариант тут только один. Пойти налево, правильно? Ну, налево пойти вариант, конечно, так себе. Но я имею в виду в плане игры. А что? Что? Я должен как обезьяна на чем-то повиснуть или что? Я не понимаю. Так, что там? Что-то я не могу сообразить, правда. Может, я тут что-то не доглядел? Есть что?
Ну, вроде бы логично сделать. То есть нужно залезть в вентиляционную эту шахту. Тут закрыто. Правда, что-то я не понимаю. Я не могу прыгнуть вперед никуда. Вот здесь что я? Ну я спущусь в вот эту точку. А, я не могу сюда запрыгнуть. Так, если сейчас я в течение пары минут не разберусь, на этом мы выпуск и закончим данный. Потому что что-то я прям не соображаю. Я только батарейки трачу. Ну, логично, что я должен сюда идти. Ну, как бы понятно. А дальше что? Нахрена мне сюда? Это та же вентиляция. Дальше куда? И что? И теперь мне нужно себя поджарить или что? Да нет. Реально, я вот даже если буду смотреть. Вот я залез через вентиляцию и... И что? И ничего? А может там еще какая-то дверь есть? Серьезно? Бляха-муха, Чент, ну ты... Что значит не играл в эту игру, да? Такого тупняка словил. О, у вас тут симпатично. Ой, не очень. У вас тут опять дурдом веселка. А что мне, отправляйтесь в часовню. А вот пролез, да? Нет? А. Сохранено. Давай, если что, пугай меня сразу. Ладно, молись, не отвлекаю. Давай даже закрою, чтобы тебя не напрягать. Вот, молись это. Сколько душе угодно. Я батарейки поищу. Батареек нету, батареек нету, батареек нету. Что, три унитаза и все мимо, да? Ладно. Так. Пойдешь направо, пойдешь на... Давай на этот. Тут дверь открыта. Тут то... Пацаны, я, конечно, все понимаю. Но! Ладно. Ой, что-то у меня так замигало. А здесь что? И здесь. Это что вы тут молитесь-то все? А есть батарейки у тебя? Нету? Давайте почитаем. Евангелие... Что? Евангелие от Иуды? Ёперный театр. И что там написано? Недостойный проситель, я могу служить Господу нашему лишь только в качестве пищи. Возьми меня, Вальридер. Типа дух Вальридер, да? Да увидят эти апостолы пастыря моего, и да распространять его неправды ради истины величай. Что нужно читать по-другому там? Время твое в мире прошло, плоть моя жаждет великолепия гнева твоего, кровь моя полна тобой, выпусти же ее, вот моя молитва, да будет служить. Слово твое вырезано на плоть ему ей. Аминь. Так, я так понимаю. А там выход. А я могу на выход? Нет?
Ну, логично. Какой выход? Правильно. Выход то есть только один. Бежать туда. А там либо два брата-акробата, либо толстый этот. О, батарейка. Возьмем. А то мне без батареек стрёмно. И что? Так, стопэ, что-то я не въехал. А здесь что? Не понял. А что я пропустил? Пацаны, у вас тут что-то в комнатах? Признавайтесь. Нет? А почему я больше никуда не могу идти? Вот серьезно, я что-то не понял. Оттуда я пришел, вот. Да. Бляха-муха. А в чем проблема? Я что-то в унитазе пропустил? Опять начинается. Где-то Чент не доглядел что-то. А что? Итак, мы зашли, побежали. Тут молятся. Тут молятся. Ничего такого ж не лежит у вас на кровати. Ничего. Окей. Пошли дальше. Тут молятся. И тут... Может, мне надо под кровать залезть? Ну, как мы... Нет? А кому вы молитесь? Никому. И следующее. Тут не открыть. А тут... А тут что? Правда, я что-то это вообще не могу въехать. Отправляйтесь в часовню. А что я пропустил, я въехать не могу. Пожарная сигнализация... Нет. Тут двери заколочены. Тут ничего. Может, там где-то тоже есть дырки в стенах? Может, я плохо смотрю? Да нет. Я расстроен, потом... А чё дверь опять закрыта? А вы так и стояли, пацаны? Мне кажется, вы как-то уже по-другому молитесь, не? У вас какая-то новая методика. Ладно. А, мы здесь не были, вот. Надо перезагрузиться, это еще две комнатки. В темноте были. Господи. А, я могу окно выпрыгнуть. Что, прям прыгать? Это ради кого? А, ладно, не надо прыгать. Блин, там в темноте, оказывается, еще было две комнаты. Эх. Так, надеюсь, не точит, не будет пугать. Игра сохранена. Короче, я думаю, вот на этом моменте мы и закончим. Кирпичный завод мы строим аккуратно. Давай лучше тут постоим, закроем дверь. Вот так вот. И вот тут, я думаю, что можно поставить просто лайк под видео, написать свои комментарии. Фух. Не знаю, сколько еще серий, так почувствую, что игра не заканчивается. Издеваются как только могут. Но я надеюсь, что вы проводите время так же интересно, так же, как это делаю и я. Проверьте подписку на канал. Если подписан, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Стараюсь каждый день выпускать, в общем-то, летсплей.
И пишите свои предложения, что мне параллельно еще можно играть. Многие игры я уже покачал, в дальнейшем буду играть. Ну вот, Outlast прохожу. Многие написали, что еще есть продолжение Outlast и второй. И мы обязательно его тоже пройдем. С вами был Андрей Чент. Увидимся в новом выпуске. Всем пока.